Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума. В июле этого года ставки по жилищным займам в рублях впервые опустились ниже 11%, сообщает Центробанк. Падению способствовало снижение инфляции и ключевой ставки Центробанка, отмечают эксперты. Из-за рекордного падения ставок минувшее лето стало пиком рефинансирования ипотеки. Россияне активно улучшали условия по взятым в 2014-2015 годах кредитам, когда ставки были существенно выше. Объем таких сделок по итогам первого полугодия составил порядка 35 миллиардов рублей, или 4,5% от всего ипотечного рынка. Как прогнозируют банковские аналитики, пик спроса на рефинансирование придется на осень. Также до конца года жилищные кредиты могут подешеветь до однозначных величин. Дайджест недвижимости. 4 семьи из Кирова получили жилищные сертификаты на сумму от 800 тысяч до миллиона рублей. Выплаты произведены в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», отмечается на сайте администрации города. Принять в ней участие могут молодые семьи, где возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Также семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и иметь возможность получить кредит, позволяющий оплатить покупку жилья, ту его часть, которая не покрывается жилищным сертификатом. Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилого помещения. Всего в этом году планируется обеспечить выплатами 14 молодых семей, а с момента старта подпрограммы помощь получили почти 350 семей кировчан. Дайджест недвижимости. Аренда складских помещений в Кирове в августе подорожала почти на 40%. Стоимость одного квадратного метра выросла со 153 до 212 рублей, сообщает аналитический портал Re-Kirov.ru. Офисные помещения также прибавили в цене, однако незначительно, порядка 8 рублей за метр. А вот производственные и торговые помещения стали немного дешевле. Падение средневзвешенной арендной ставки составило порядка 10%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.